Сочинская Олимпиада без дискриминаций. Взрывчатка в пражской резиденции палестинского посла и испытание новой смертельной инъекции в США. Подробности в нашем обзоре. В США лишили жизни убийцу при помощи новой смертельной инъекции. Яд испытали на Деннисе Магери из Огайо. Процедура длилась 15 минут. Ему ввели смесь из седативного препарата мидазолама и обезболивающего гидроморфона, заменив ранее использованный пентобарбитал. Европейские производители прекратили поставки этого препарата под давлением правозащитников. Магер был осужден в 1994 году за изнасилование и убийство беременной женщины.